Так, всем добрый вечер, господа. У нас продолжается вечер DPI. Как мы видим, Intezo Bridge выиграл первую карту у Ivy. На второй карте мы сейчас видим, что происходит по пикам и банам. Банится Чен, банится Муэрта, банится Рубик. Отвечает Primal Beast'ом, Beastmaster'ом и Ember Spirit'ом. Как мы видим, пики и баны в разных регионах разнятся, причем они похожие. Банится Алхимик. О, новый господин в бане. Кто банит его? Вроде еще никто не пик. Может быть, они знают, что это сигнатурка Иви? Кто запретил, не брали? Возможно, да. Я пока не видно, какой полперс у игроков. Пока неизвестен, возможно. Какие бан? Мы запрещать героя. О, ну там видишь уже ничего с поймом. Если ты милишник какого-то будут брать с ITB, то там нужен какой-нибудь милишник с БФ, например. Осталось 10 чтобы быстрее выкашивать людей. Я бы скорее взял какого-нибудь. Осталось 5 секунд. Чтобы ему взрывать быстро. Фандом лансера. Ну, вопрос, играют ли персоны игроки шафлов на нем. Банится белочка. По крайней мере, уже баны выглядят интересными. Это отметить. Интересно, видим Нагу. Когда-то в этом сезоне. Ооо, а вот. Кого-нибудь. Ну, бывает, я беру эту малосыпку. О, Дарксир в бане. Пока непонятно, что планируют. ITB. Осталось баны 10 секунд. Странные, непонятные. Осталось 5 секунд. Как они контрить? Фантом Лансера тоже не... Очередь сил света выбирать героя. Троер банится. Ну, забанен потенциальный мидер. Для Айви. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь сил тьмы выбирать героя. Legion Commander. Ух. Хороший пик на самом деле Legion. Первая билки может очень много урона внести по основному Phantom Lancer'у и все-таки найти кого. Да, к тому же она сможет вторым спеллом сдевая иллюзии. То есть получать неплохую такую скорость атаки задетых противников. Осталось 5 секунд. Будем отвечать. Тут Ivy. Очередь сил тьмы выбирать героя. О! Троечку показали. Да. Хороший хардлейнер. Хороший механик. С мощной ситуацией. В какой момент влезет харды? Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь сил света выбирать героя. Папка. Пионки на заливать. Общий пай. Угу. Будет ли... Это бабка Корку в последнем, предпоследнем матче было. До этого. Осталось 5 секунд.
Очередь сил тьмы запрещает героям. А бабку отвечают Лешарком. Интересно, но это как раз таки прям сильно контрит потом лансеры сейчас у них. Взяли против Бэйла. Маечку надо. Очередь сил света запрещать героям. Гуля банится. По сути, тут и дополнительного времени попить нет на обсуждение банов. Ну, у них есть ПЛ, который в конце станет танком. Датором. Осталось 10 секунд. Даунбрейкер, митер, снэпфайр, сап. Осталось 5 секунд. Надо саппорт какого-то банить. Очередь того, кто... сил тьмы запрещать Афер. Героя. Угу. Сайленсер будет прокасту того же духа. Осталось 10 секунд. Допустим, бхаб забанит. Осталось 5 секунд. А он ей. Очередь сил света запрещать героя. Блэксекер? Странно, конечно. Не знаю, значит, потратили много времени на этот бан. Видишь, что у него нет нормального кита. Осталось банит 10 секунд. Кого-то, кто... Только как может стать? А, осталось ну... 5 упорка. Секунд. Стало. Очередь сил тьмы выбирать героя. Лучше тем, что в момент файта фейла кидать свой второй. Если он попадет, то и ультом того же лайка. Ну да. Вот интересно, сбрасывает ли фейл ультом. Бладсикера второй. Осталось 10 секунд. А бан Фангалера выглядит интересно. Чтобы не катался в шарике, не ловил станами. Ну все, последнее время, больше нечем. Больше не будет времени на обсуждение. Очередь сил света выбирать героя. Снайпер! Ох, снайпер. А вот это мид. Просто... Надо как-то ловить снайпера. Того же, например, Ковентери. Бхам. Зря не себе профет. Осталось 10 секунд. Элла, ну что-то все контрпики Элла брать. Осталось надо. 5 секунд. Танк у них дум. Эго может быть. Эре, но... Оффлейн. Так, мид. Танк как... Сапа нужно брать. Пока нет. Вот я тебе говорю о чем, что тут гибкие драфты, флекс-пики. Ты не понимаешь, что это Лешрак, какой? Выберите своего героя. Арк. Что? Атакер это Терраблейд в предыдущей катке, по-моему. Арк. Это Кор. Аней. Так? Угу. А, не, я к себе не мидер, насколько я понимаю. Странная игра. Бэйл раскачается, он и все. Сейчас мы посмотрим. Я захоронил вкладочку. Ксани мид. Бум саппорт! Мершин играет на саппортах. Лешрак мид. Атакер пойдет, наверное, в изилейн. Тиби хард. Покажут нам, как работают бум. Лесники.
Потому что Сларк он может. И потом. Время до. А, ну. Да есть тайков. Если только сейчас роли не переиграют оперативно вроде драв в ходе драфта. А так это пока выглядит как то, что Doom Support. Разбивают смоки обе команды. Белых уфашится в чате. Мы будем надеяться, что это лобби будет без пауз и багов. Видит инчу. Ставится вард. Отбирает обзор. Пойти без смог. Смоки кончились. А, да, они спалили друг друга. 30 секунд до начала сражения. Так что дух. Кто-то к ним будет стоять, ставит момент. Подсаживай. Я так думаю, дом будет. Парцы. Будут. Битва. Ой, чаем петусами. Один. Повторяй. 5-1. Блин, ну сейчас будет тебя спамить импетусами регулярно. На миду. Лешрак. Суприм. Ну тут бабка саппорт. Саппорт. Правда, пока непонятно, как этот дом собрался играть в саппорта. Все-таки немножко не то. Вдвоем будут пасты. А ковы. Он хитрый, он хитрый, он блочит став паван. Заблочен у successfully. Ой, она будет спамить. В принципе, ничего, прогнали ненадолго. Она некомфортно чувствует. Папка тут закладку поставила. Ну вот этот стак. ДБ залетает в Мирану через танк, дробовичок. Хорошая ФБ. Немножко загонит Сларка под башню. А, ну постоит, ему не страшно. Дума забирает. Вот. Да, она не будет кричать брать третью, но он бегает, поворует. А какого крипа она украла? Прогревает пассивочкой, неплохо так. Ну и плюс, через пассивку вампиризма ты компенсируешь часть урона, который ты получила от импетуса. Тут интересно наверху посмотреть, противостояние выглядит. Погнали. Тут Дум что-то делает.
порвут клипов. Деньги могут все. Просто так потратил. Да, стайковский. Подсветь. Да, он видит. Останет снайпер, чтобы получил от варта начать. Наверху уже пинча чувствует себя комфортно. Дамку? Ну а тут все леса разбиты. Валивается в начале. По новому, по-старому. Надо. Как важно. Надо громче, да, говорить. Да прям вот сюда говорить. Да-да. Очнулся чат зрителей. Конечно же, мы это осуждаем, осуждаем. Засранцы, негодяи, не так не пойдет. А мы без него обойдемся. Что-то случилось. Непонятно, почему пауза была, даже не писали, что лагает у кого. Просто пол взяли. О, Кабольда взяла. Леточка. Ну, чуть-чуть прогнали Легу, чтобы не дерзило. Снайпера. Бенхи. Нанизу Мирана пытается отобрать форму бабки. Прилетает станом, но мимо. Фактом очищает. Ой, 21 ловкость, это же приятно на текущем этапе. Мирана первый, третий, ну. Нормальный выбор. Танится, липается. Саппорты своя жизнь, могут развлекаются как могут. Или широко прогнали. И снайпер может быстренько начать разгоняться. Да, тут он сильно от снайпера отстает, лишь рычок. Это на самом деле. Да. У него есть разные боты. 2-2-2, он без гибера только на шестом. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Не получишь. Тут и Дум говорит, братан, тут руна есть. Порует, станет ничего. И о, хороший килл. Раз снайпер расслабился. И ничего не страшно потерять. А тут бабушка с дробовичка выносит Мирану. Ну, к себе комфортно себя чувствует, несмотря на что тут инча спамит постоянно. Приводит еще и денежки в виде крипов. Вангвард хорошая идея, когда тебя постоянно просаживают физикой. Относительно не страшно, получается, стоит уже против этих двух оппонентов. Так, леса фармит, мид пока постоит иммержен. Не забил, не добил, но съел крипа.
Интересно, кто же все-таки первым за 6 Лего или Сло или ПЛ? Убивает крипа. Ой, как она прогибает немножко лансеры. Неприятно. Лего 6 уже взяла пьем. Фармит первую нейтралочку ПЛчик. Тыпается для шрака вниз. Этот бабку станет. Замедляет, выжигает, минус. Бабку отправляют в таверну. Да, тут я уже пришла страховать дверь, ребят. Может, надо продолжить. Дешрак все еще гранатку пока держит. Отхиливается фласочка у нас ПЛ. Мне кажется, сейчас Леги не стоит так продолжать дерзить, тут уже бабка пришла. Деньги могут все. Видит, получает дробовичком замедление, печеньку ловит, стан. Но пока плотно Лего не пробивает ее. Видит вард, темп рекламает. Тьмы быстро убивает иллюзий. Бабулька набирает лотусов. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Снайпер хочет молнии. Тут что? Варк у нас. Используют сканирование. Таблю почти купил. Видит Мирану, которая там ищет информацию, разведывает. Ходит. Бабка подпушивает линию, берет шестой. Бабка шестой опасная. Ульта достаточно. Делает урона. Бабки один из самых мощных ультов в том уровне. Оппонента, более под какую-нибудь Легу, и Лего берет дверь, туда сразу же наплевывает бабкой, как бы приятно. Смотри, Лего по крипам постепенно догоняет снайпера. Она спокойно стоит при фарме, по возможности будет там влет, а уходить. По надпорсу она даже не особо отстает. Угу. Пока что все идет. Получает дробовичка от бабки. Ну, она быстро дофармливает эту пачечку. Постепенно концентрируются обе команды наверху. У Дума уже есть ульт. Тут уже есть рядом на подстраховке лишарчок. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Видит бабку. Тавр, потому что враг, он сейчас даст свой диаболик. Диаболик и просто. Нажимается глиф. А, глиф, там диаболик. Верхнюю башню сил. Да, появился медасика. Ой, как ловят снайпера. Тут же забирают дума. Снайпер под думом стоит, пока не знает, что делать. Паряет. Оп. Возможно. Силы света укрепились. Ну, натянул себя троих. Зави подал спейс командам на других линиях. Тут Сларк неплохо себя чувствует против Даунбрейкер. Ему уже все нормально, он в принципе с ультой подойдет для отрегениться и пойдет дальше. Угу. Он просто вставляться. Так,
Ох, он у него ворует стаки, силы. Хорош! Поставляется. Просто на ковал стаки. Тут летает бабка, дробовик. Ульта, у даунбрейкер нету прокаста, и он спокойненько уходит. Вовремя? Прожал? Да. Мирана дала ульт страхующий. Подсейвила. Если бы бабка не отдала свой первый, возможно, они могли бы убить даже Сларка, потому что Сларк. Верхняя башня Силтимы разрушена. Прокаста. 13.02 падает первый тавер в пользу ITB. Тайминги, конечно, могли бы чуть помешали на линии. Это да, он хочет дифузы. О! Привет, лобби, обожаю. Лобби выкидывает стабильность. Прощай. Бывает. Заминочки такие. Форс-мажорные. Пятные. Нижнюю башню сил света атакуют. Пайл себя комфортно чувствует в лесах. Ему никто не мешает. Прячет себе. Да, тем более. Отвечают на низу минус Т1. Разменялись по постройкам. И шрачок тут уже подфармливает. Липочков. Нейтралов. Олега тоже не теряет времени с домом. Пылесосит лес. Благо теперь стало леса больше вообще на карте. Только поймает на ошибках. Выжимает Лего с Маки. Что с лобби. Я так думаю, на коннект срабатывает, отваливается. Теперь пакетов. С Стокгольмом. Хотя тут мощность АПГЛ, но организаторский. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Лего с фейзами. Блинк уже почти готов. Телепортируется. А тут... Курьер сил тьмы был убит. Да, хотели забрать. Старк проверил это. Правильно. Старк, кстати, на самом деле может тоже подфармить уже свои обилки, просто бардами и мает чушь. Спасибо. Снайпер Драгонлэнс с маской. Изолятор хочет. Уходит подхилиться, подфармить. Фарчок. В принципе, не страшно, он линию пока держит. Но пока меня пугают обороты, которыми набирается у Нетворс. Он там лансер. Ему никак не мешают. Это даунбрейкер. Портируется бабулька. Фармит. Да, команды постепенно пылесосят, забирают бабосики. Ларк тут с ДД ходит. Угу. Ну и видишь, у него третий Нетворс. В общем, если неплохо так не отстает. Ловит дифузы, получает стак, даркпак, бабка сейвит печенькой. Братан говорит, я готов помочь. Не раз не парься. А ты? А тут в этот момент что-то на миду собираются, ребятки. Опять.
пишется дуэль. Боже, она тоже подцепила лейбу. Да? Прям фуловую, прям какие-то мистайминги дикие. Папка дробовиком находит еще одну себе один жетончик. Хочет погрызть. Да, не. Хороший килл. Соло. Меня не заметишь, пока не умрешь. Нам говорит, там походу видимо вар какой-то. Говорит, я была тут, как он меня так увидел. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Но пока мид все еще стоит, хотя обычно его уже нет на этих таймингах. Нижнюю. Можно под пачечку пойти, да, доламывать нанизу тавар. Флар грызет тавар. Не боится. У него дает фласточку Мирана. Да, он соул выгрызает тавр, пока ДБ нет. Минус вторая постройка на карте. Мне остается доиграть мид, добить. Запушить. У Неги блинк давно уже есть. Не знаю, что она хочет покупать. Говорит, там ПЛ фармит. Братан, давай аккуратней. И шрачок тапается на низ. Лего на низ тапается. А тут Мирана пока страдает от одного снайпера. Его уже из диффузы. Мирана подфармливает медок. Концентрируется трое из Ави на миду. Свои леса готовы встречать. Тут даунбрейкер. Кидался у станчик на просветочку. Под ультой Мирана можно попробовать зайти в туза. Чтобы поймать ту же самую бабку. Видит бабку. Блин, дает ей дуэль. Ну что ж ты одна? Ставится ульт, даунбрейкер. Выживает, прожимается грифсы. Выносит Мирану. Снайпер через ульт, ультует бабка. Ну и разошлись. Потеряли Мирану. Неудачная хоть атака реализована. Потеряли 500 золота. Шрачок у нас что хочет? ПКБ. Половинка уже есть даже скорее. И потом он хочет блинк. Ларчок почти купил себе таблю. Центральную башню сил света атакуют. Его ДД ДБ ПЛ видит, в принципе, надо уходить. Аля, отмена. Поле прусло. Байтиться вообще нет. А? Не хочется проговаривать лицом. Не летать терять в темпах ПЛ со снайпером. Надо их как-то ловить. Тормозить их фарм. Верхнюю башню сил света атакуют. А тут Лего видит бабку. Дуду или нет? Привет! Неплохо для трупа. Ну, как она хотела бабку эту забрать? Рошан бьет Айви. Он упадет быстро. Тут снайпер есть, тут почти все есть. Да, а Его для Паэла? А, не, Его для снайпера. Вот тебе и первый Рошан на 22 минуте. Интеза Брич, видимо, не почувствовала этого. Теряла бдительность. И тут отдала Рошана. Снайпер тут продолжает фармить леса. Уже есть гем. У
козочки. Центральную башню сил тьмы атакует. Поел хочет Тарасочку. Уже есть Ривер. Ну да, тут есть такие оппоненты, против которых чем ты плотнее, тем лучше тебе же. Забирают шар, хотят шар. Убийца полуубийца этой штуки получает шар сразу. Центральную башню сил приятно экономит 1500 голды для дума. Хотя у нас дум не сильно отстает по фарму. Лаги, Нидерсалакс, окей. Ух. Выходят, они перезаходят. Они все вышли. Какие невезучие сервера. Отключается снэпка. Ждем ничего со снайпером. Доталакс ФПС прелесть. Пускается пауза. Снэпка с инвизом ищет, разведывает информацию для союзников. Подгоняет себя плеточкой. Подформливает крипов вместе со снайпером. Исчезните. А тут хотят подраться. И ZDB замедляет. Прилетает стан. Привязано. Дается дум. Убегает. Надо было давать дум. Она бы не ушла. Замедляет. Нашли бабку. Дается дум. Убивает СДБ. Видимо, они хотели оставить дум для более приоритетной цели. И у нас второй ближе. Центральную башню сил света атакуют. Тепается дефать Т1 наверху. Снайпер дает стан. Лишак. Продолжает. Хотят убить меня твоего, чтобы поймать. Ой. Привязан. Звезды. Диффузами. Стан. Хороший стан. Это не хорош. Минус Аега. Бабка заливает ульт. Думится ПЛ. Надо. Там снайпер дед. Бьют снайпера. Прожимается пика, дается стан. Нечем продолжать, нечем. Но выбили Аегу и убили бабку. Потеряли, да. Тапается Сларк. Лишак. Нет, надо было ДБ стан раньше давать. Чтобы не дать ей уйти. Сларк находит где-то козочку. А, она хоть загуляла. И у него есть аганим уже, шикарно, у него еще есть шар. Вкусно. И у тебя бесплатный шар, судя по всему, он его не брал. Аганим нас. Опаунси. Там огромное. Прыжок теперь 1100, это по сути как блинк. А, у тебя еще есть блинк у тиммейтов, которые также могут подключиться, если есть необходимость.
У Пайло уже есть Таразочка? Он хочет, чтобы он... Интересно, как Таразу душит. Поднимай. Его... Тяжело забрать, да, тут целая пачка иллюзий. И думаю, уже тяжело ее зафармить. Парку надо скади варить. О. Через скади можно будет. Так, то хотя бы. Да. Ну тут Мирану сейчас поймаю. Дает просветочкой стрелу. Стрела показала, что там трое есть. Дом ходит. Аккуратненько, ищет под фарм. Видела Дума. Ял, это крипенчи. Хороший под фарм. А тот продолжает напрягать низ. Пена концентрируется. Снайпер уже подтягивается. Тут уже Сларк гонится за ним. Пинча заберет. Да. Привязано. Форстафает себя. На паунсе ловит. Прилетает стрела. Она сейвит печенькой. Вешается ульта. Снайпер накидывает. Минус. Минус лишь рачок. Преследует Сларка. Минус Дум. И прогажаться погоня по погоне. За... Снайпер. Как они за ней долго гонятся и не убивают? Тут убивают Мирану. Догулявший Сларк видит, что тут есть проблемки. Курьера видел. Нижнюю башню сил света атакуют. ТД, хороший вариант. Вернуться, подхилиться и продолжить дефать. Нижняя башня сил света разрушена. Ломал Т2 тавр нанизу при помощи снайпера. И можно отбираться в анпост. Да, снайпер с пикой сильные вещи делает. К нему не подобраться никак. Дед ловко убегает. Пьет таблетки вовремя. Да. И настреливает из своей старой виды. Да, у него 17 тысяч нетворс. Его даже Сларк еле тяжело, еле догоняет. Центральную башню сил света атакуют. А, да. А, при этом, заметьте, она всего выиграла только одну дуэль. Остальные она как-то в холостую даже тратила. Не знаю, на что она рассчитывала. У тебя критов даже нет, чтобы в соло забирать кого-то. Ну, по-моему, последней дуэли у нее обратки не было. У Лишака БКБ готова. 1/4 для Аганима уже есть. А тут уже руна лежит, хила для снайпера, видимо. Разбивается смок, Айви. Возможно, это охота на Думу будет, охота на ведьм. Блинкается, вовремя чувствует, что за ним гонятся. Предупреждает, что все-таки, ребята, там трое. Надо валить. И правильно Сларк делает. Заливается ульта. Ой, надо бежать. Все, не вариант продолжать драться. Каким бы ты плотным ни был, все равно не получится убить их троих. Там еще и снайпер есть. Да, деда тяжело забрать. И ПЛ фармит плотно очень. У него есть баша уже, статус резит есть. Его тяжело забрать. Ловит ПЛ, на нем висит дух. Ёлки его дуэлит.
Там заливается ульт. Пытается хоть как-то забрать Фуэлла. Если забирает Фуэлла, то свой хорошо. Забирает Фуэлла. Дает стан. Снайпер. Печенькой сейвит. Снайпер убивает Дума. Грасмен 2 в 1. Тут еще и выкупается Инча. Я помню. А, не Лего выкупается. Ловит Мирану, не уйдет. Ой-ой-ой, какие киллы от снайперов. Просто Team Vibe. Тут еще и выкупалась Лего. Выкупался ПЛ недавно, видим. И это второй Рошан. А там у нас будет сыр. Благо у деда хватает дезармора, чтобы делать больнее Рошанчику. Еще пассивка Инчи работает, что еще медленнее делает Рошана. Второй Рошан для Ави. А Егис для деда? Сыр для бабки? Да. У Дума уже есть Кримсон. Тут еще и руна богат. Опыта, ой, вкусно выглядит. Бесплатный аналог книжки. Тут еще один терзатель шардо. Если его забрать, будет еще один фришар для команды. Можно Мирани, например. Или от Мирана. Механизм. А, 1200 урона. В зоне 1200 наносит урон всем сразу. Под шарном получается. Чуть не знаю. Парк. Да, Мирана получает ли. Прокачанный за счет шарда. Мирана сейвит 1500 голды. На покупку его хорошая подстраховка. Ну, опять вот ворует аванпосты. Айви оперативно, стабильно. Как у него ОПЛ? Ну, ОПЛ себя хорошо чувствует, у него... Он уже башер. Да, у него уже как чипит. Даша? А ты? А, ты башер. Плюс 22% здоровья от восстановления его спиризма. Ммм, хороший я... Там же Яша. Хороший сапсурзист дает. Пожимает блин. Нижнюю башню сил света атакуют. Там и бабка за тобой, там снайпер за тобой, там ПЛ, который может стать. Да, пока непонятно, как его все это убивать. Хотя разница в 8к, полтора критического артефакта. Но все равно непонятно, как это забирать. Прожимает септер на себе Мирана. Дается печенька в крипац, конище. Дефается тавер, но не получается. Минус Т3 на миду. Ну, я чувствую, что мы увидим... Ну, я вот чувствую, что мы увидим третью карту. Тут как бы из снайпера надо Егу выбивать. Как можно быстрее хотелось бы. Хотя, тоже как вариант, потерпеть, чтобы у него не было второй жизни. И потом уже продолжать. Работают по Т1 поверху. Минус еще один. Еще одна из построек для сил света. Воруют обратно себе аванпост. Интезубрич. И тут дед просто нашивает сквозь бэкдор постройку. И сейчас забирает обзор на терзателе. Забирает Т2 наверху. И можно идти в Т3. Пусть там и будут... Пусть там будут отстрелены постройки, но уже минус, минус башенка. Который тебе дефает линию. Боже, сколько тут ПЛов, много. А ведь это он даже без шарда и без аганима. Папка с пайпой бегает, себя комфортно чувствует с форстафом и скипетром. Нижнюю башню сил тьмы тапается вниз. А тут можно ее поймать.
Прожимается ульт, прыгает печенькой, дается стан. Дается дум. Бабка что-то прям ради... подалась. Ну, бабка... Ну, я думаю, что бабка подала обсерв своей команде. Хоть и продалась. Правда, там бабло-то не хочешь сдавать тут. Почти 800 подформили. Ну, я пока не знаю, как Лего может эту игру закончить. Урона? 20. Да, ты дуэли не выигрываешь. Снайпер со Сларком тут увиделись, говорят, братан, ну что ты зачем тут пришел? Я тебе не дам себя убить. При этом тут это байт на Сларка, посмотри. Ставится Вижен. Это байт на Сларка, посмотри. Паунсится, отходит. Видит Мирану. Диффузами ловят. Прожимается ульт. Правда, он на септере. Положится погоня за Мираной. Стан. Это Лишрака. Подсейвил, но не смог. Гонится за Лишраком. Прилетает импетус от Инчи. Боже, тут не хватает и правда шейкера, чтобы это выносить все ПЛ. Четвертые нейтралки уже пошли на 38 минуте. Тут есть уже пентасворд. Посмотрим, что захотят себе взять Айви. Второй, четвертой нейтралкой. Третьих только таймер с релик. Интересно, интересно увидеть. Третий жетон, да ладно. Сил света атакуют. Ну тут дефают линии свои. Но это не мешает набирать темпа фарма для команды Айви. И не хотят Рошана, они телепортируются вниз, там никого нет. Ой, а тут Сларк ходит с Лего и можно в спину зайти. Видит Инчус, Сларк видит, диффузами ловит. Очищает себя. Похилится, то не страшно. Чё-то прям какой-то в холостую бегает Лего. Тебе урона не хватает, и пузы еще не купила. Мне вот уже есть Shadow Blade. О, блин, я пока не вижу каких-то возможностей. Ну тут кончается инвиз, надо что-то делать. Тут видят Пэла. У Дума щит есть. От крипа. Дает устанчик. В иллюзии. Иллюзии быстро умирают. И отходят. Отходят. Не решаются драться с ними. В не лучших условиях. Тут хоть и Лишрачок 20 богатенький, но все равно он, его не хватает. Центральную башню сил тьмы атакуют. Тут Мирана потихоньку напрягает Т2, наверное, мидо. Проводила крипов. Я думаю, что все-таки тавр упадет увидеть. Я бы на месте Мирана уже бы уходил, потому что за ней вышла охота. А, верно делает там. Ну тут Инча быстро девардит. Плюс крип, разбивается смоки. Ведет снайпер, сейвит его печенька, заливает ульт бабка, ульт ДБ. Ловят, хотят убить снайпера, очень хотят убить. Но сильно, тяжело вынести. Думится бабка, минус бабка, минус дед. Надо, надо цеплять, но тут выносит Дума. Не, нечем уходить снаргу, пытается контролить паунс. А у нее даже липов нет! Шива хотят забрать ДБ! Ой, ой, Олишар страдает! Минус! Минус! Остался Сларк, все, что ты сделаешь? Ну хотя сократили разницу до 2000.
Но тут все равно по деньгам нормально-то вышли обе команды в плюс. И что дальше делать? Я пока не понимаю. Хочет нулик? Такой вместо чего? Вместо сабли? Центральные казармы сил света атакуют. Сапу? Поставь. А нет. Центральные казармы да? сил света разрушены. В принципе, как опция, я понимаю. Центральные казармы. А тут уже пушатся разрушены. Бараки до конца медовые. Они раньше стояли. И заходит сверху. Ой, какая тут жирная пачка. Но будет от Дефана. Кларк продолжает в инвизе напрягать вниз. Какие-то вещи пытается найти. Ой, какая хорошая рунка. Помогает сократить чуть разницу в экспе. Тэпается на базу. А в этот момент идут на Рошана. Ой, тут сейчас Мирану найдут! А у нас таймер-то на Рошана 20 секунд. То есть чувствуется, что вроде готовится Рошан состояние. Мирана, спокойнее, спокойнее. Она в гейме видит! Ну ты иллюзии Пэлла уже рядом. Че, Сларк? Сларк уже, ну, бабочку купил. Ну, добрая, добрая решение. Тут надо уклоняться от снайпера хоть как-то. Снайпер от Пэлла. Силы света дальше ему нужно в скаде варить. Нет. Как они... Видит, знает, что готовится Рошан. Там бьют Рошана, это Блэйсинг Рошан. Видит, цепляет Пэлла, ну тут снайпер рядом. Прилетает стан. Прилетает, ставит соль ДБ. Не хватает бабки только для этого компании. Прыгает. Ну, нашли снайпера. Очищает. Думается бабка. Что, минус бабка? Да, минус бабка. Разменялись. Минус ДБ. Бабка выкупается. Надо ПЛ забирать. А ПЛ забирает соло Дюмон. А нечем продолжать. Все. Бабка с дробаша прыгает. Ну все, я не вижу вариантов, про которые мы не забирали этого Рошана с блэссингом и с Аегой. А тут уже и Скайзи, ты не уйдешь! Почти 800 хп у него, подходим, его уже блин. Будет, наверное, заменяться потихоньку. Он сверху, блин, хочет. Да, у него еще алибарда, то есть тебя дизейблят. Я не знаю пока, но хотят Рошана, очень хотят Рошана убить. Прилетает иллюзия, паунсится, прижимается скипетр. Он хочет украсть он хочет Аегис украсть. Привязывают, но выносит Легу. Стан. Да, тебе выжигают ману. Да, у тебя урона много, ты теоретически можешь вынести. Тут уже 44 стак, убивает Пэлла. Нужно забирать дальше. Минус бабка. Минус. О, хороший мини-камбэк, они еще 1000 золота обгоняют. А кто Аегу украл? Рошан убежал. Рошан ушел. Тэпается Инча на базу. Я считаю, надо забирать Рошана на ITB. Другой возможности нет. Да тут Сларк соло забирает. У него куча урона. При Аега. Дается на Сларку, естественно. Кто съест Аганим Блэссинг, вот интересно. А тут рефрешер. Какая хорошая, какой хороший подспорье для ITB. Да, они даже перевалили преимущество. Да, они проигрывали 8000! И они могут камбэкнуть это! На стаку была у... На Сларка, который настакает кучу эффектов! Да?
И эта ставка прокнула. Он столько жил. У Сларка, посмотри, какой Сларк большой, у него 400 урона только за счет силы. Видит, 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 но опасно, опасно! Инча видит, прилетает, надо уходить, я считаю, не надо терпеть. Отбирает сабсерв, у обратно отбирают клиф. Слушай, ну я вижу возможность какую-то для камбэка, для ITB. Если сейчас не поставляться, грамотно драки реализовывать с позиционкой. Плюс у тебя еще есть вторая жизнь. Это, конечно, вопрос, как быстро ее выбьет. Но бабочка у... работает! У Сларка бабочка работает! Если Сларк на очень много наберет пассивок у Бэлла, каким-то образом Сларк умрет, он возродится с этими же пассивками и продолжит дальше набивать это. Тут еще 12 постоянок. А постоянка это тоже хорошие статки тебе дает. Видит иллюзии Пэла. Побаиваться уже выходить на открытом. Да тут опасно, опасно, да. Уже что-то себя представляет. О, блин, ну хочешь, чтобы хотя бы Лега как-то могла что-то делать. Лега задача только снайпера выключать. Дымкаться в снайпера и держать снайпера, чтобы... Она тоже гем купила. Развлекался с Пэлом. Сларк очень хорошо развлекает Пэла, он ворует стаки, если тут все успешно, то это хороший килл получается. Мы его, я вот вижу, уже Сларк почти догнал. Хотя разница была больше 2000. Сокращает разрыв, Полега тут подфармливает леса. А там еще один шарп. Даунбрекер шарп получает бесплатно, изи 1500 экономии. Скорее всего, Сларк сейчас съест аганимы. Тот же Скади. Там рефрешер для Дума. Если Сларк сейчас соберет Скади, он выиграет эту игру. Надо, надо собирать. Прям уже прям очень хочется. Но можно он даже разобрать. Он берет, наверное, чтобы пробивать ПЛ, а ПЛ от ПЛ. Ну, ПЛ нет уклонения, как зачем ему с МКБ? Вот это, уже... это может быть ошибкой для Сларка. Парку нужен Кади. Пока непонятно, чем думает, о чем думает, если он хочет Monkey King Bar. Когда это артефакт, который, ну, не принесет профита тебе. Если только он хочет скорость атаки. Кади. Ну. Сейчас он берет Скади. Верное решение от Сларка. Если сейчас Сларк реализовывает Скади, то он закончит эту игру. Он может закончить там. Они выбьют выкуп, главное, давай. А чё у нас по выкупам? А выкуп это... Да умер, да вешает на себя ульт! Пытается, но... Не получается развить! Такой хороший потенциальный ульт! А у него рефрешер есть, то есть можно еще раз это сделать! Мне интересно, когда Дум прожмет рефрешер. Перед началом файта, потому что... Там по себе откуда же сторона лепит. Центральная ну, тут... сил тьмы разрушена. Под диаболиками потихоньку нравится таврами. Ну, слушай, неплохой мини-камбэк. Уже 9000 разницы. Это уже приятно видеть. Да? Сейчас Сларк выбирает себе Скази, да, перевернется в пользу команды света. Надо, 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 надо делать, надо камбэкать, надо отбирать обратно. У тебя голый 4. У тебя права на ошибку больше нет. Если это, если команда ошибается, мы будем смотреть третью карту дальше. Вот он купил уже. И он хочет... Снайпера просто убрать, снайпера... Парка ловить. Если он даст блатом тогда, когда... Парк будет... делать первый, то это ошибочка. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Я чувствую, как тут напрягает Т3 наверху. Потихоньку стягивает, ДП ТП-шится. За пригоршню мани. Слава Тарин! Зачем? Хороший вопрос.
Возможно, он хочет, чтобы он же это сработает, но Рошана-то нет. Просто чтобы паунс кдэшился. Толк от этого паунс. Верхнюю не башню сил тьмы атакуют. Будешь ты по Элу не закупать все стаки, но по регенерации это не называется. Там я пока не вижу сценарий, при котором выключают быстро ПЛ, его выносят, включают ему Тараску. Ну тут внизу Т3 хотят забрать. ДБ что-то стоит, ждет, у него 0 фар уже есть. Для диспела. А если что, оно кто ты, у снайпера пока нету таймера на байбеке? Либо сейчас ловить, тогда он точно не вернется в игру. Либо будет плохо. Снайпер сильный. Нижнюю башню сил света атакуют. А тут уже лишь рак обогнал по деньгам. Лего такая, братан, я тебе помогу, давай. Знаю, лучше бы он брал Кади. Был бы плотный. Это меня прям пугает. Закуп с Ларка, у него Октаринка. Как он ее реализует? Октаринка, конечно, дает хорошие статы. Может быть, он хочет мана-реген подбавить? Нет. У тебя и так мана тяжело, душно с маной. Только ради этого ошибка. Ради того, чтобы кдшить быстренько свой ульт и... А тут в смоках готовится вылазка! Значит, Диварну ПЛ. Ой, зря, зря спалился Лишрак. Кого-то пингует, находит. Сларк уже сыграет. Паусит. Она пикой. Скач его прилетает. Тан. Дуэль. О, хороший плюс 30 урона для Леги. Вот она, первая хорошая дуэлечка. Используется ульта Мираны. Хотят продолжить, я считаю, надо продолжать. У тебя нет 85 секунд инчи. Хотя инча может выкупиться в любой момент. Она оставляет деньги на байбек. Но тут надо это продолжать, иначе это... Инча вернется. Видит деда! Грызет! Привязан. Форсав от себя, прилетает стан. Ой-ой-ой, как плохо, у тебя нету Скади, ну что ж ты? А он вместо Скади пытается сабун, что-то гарпун. Диадема и гарпун? Что-то какой-то дешевый, хотя бы как-то подозрительно. А он хочет апнуть эту саблю. Слушай, тогда возможно интересно. Это от Рошана? Но на Рошана-то нет. Это мы знаем таймер, а игроки не видят его. Проверяют, смотрят. Да, прожидать, что есть. Ты шрак. С овервелмен блинком. Кто хочет? Моя! Ой-ой-ой, да. Кто есть этот? Арт? А кого? Кому он нужен? Лишрак Шарк. Или Торс. Ну, еще одна способность. Хорошо. Тем более, Лишраку вроде еще нужно продолжать. Вы не видишь, они забрали сейчас инчу под Шиву. Неплохо себя чувствовал с таким количеством брони. Лишрак. 3, 2. А может быть и будет доп таймер. Рошан есть. Это рефрешерная Рошан. Надо собираться забирать. А думал, тут Рошан настояние, ульта у него есть. А дух рефрешер отдал. Нет. Да. Дума! Видели Шарка? Инча. Используется ГОСТ. Давай. Ой, как много выжигает он, ну посмотри, как душно! Расходится, чуть-чуть расходится.
Эх, вот сейчас было бы хороший дом, если бы все успешно произошло у них. Прожимается всего лишь раком! Фокус от снайпера, донат! Надо вырубать! Хотя бы деда! Но тут нажимается все, рефрешится, еще один дом готов! Ой, тут Сларк! О, хороший стан в ДБ! Еще и под дом на тебе тоже работает, как обычный дом. Минус дед! Хорош! Минус дед, выкупается бабка! Ловят Мирану! Сларк баб, заливает тут бабкой! Правда, ничего тебя убьет сейчас! Уходи! Умирает! Ой, да то 21к на творце, что сладко выглядит, но уже опасно. Ой, как хорошо Дум отыграл! Он сколько ресурсов выбил, сколько там выкупов было? Двое! Непк и снайпер! Хотя сейчас тут и... инча выкупается. То есть тут много байбеков выбили. Снайпер, он всегда берет Аегу, берется сыр для ДБ. Слушай, а тут выкупы-то есть у АТБ почти все, сейчас вот бабло будет. А там нет выкупов. Три? Сейчас будут давить пауэр, если пойдут Т4, то тогда уже будут... Сейчас нету спаться, нужно дождаться. Да, тут смоки прожимаются, тут как бы сейчас уже Лего вернется, Сларк через 45 секунд. В принципе, не будет так, по идее, быстро. Прожимается глиф, да. Не страшно, сейчас будет еще один глиф после этого тавра. По-моему. Нет, глиф поломает Т3. Ломает бараки. Лего на месте. Теряют сторону, отдают сторону, да. Да, ну у тебя уже Т4 голая. Не хотят, они не хотят отдавать Т4, просто так правильно делают. Он не расходится. Уже на таймере почти час. Сейчас будут 5-й тир. Да! А там потенциально всякие там апексы, интересно. Дисперсер, если использовать на да. Слушай, дисперсер выглядит интересным артефактом. Правда, что... Используют смоки. Опасно, опасно. Сейчас могут наказать за эти смоки и плохую позиционку. И они, скорее всего, сейчас по айтему. А те, кто тоже будет. Можно, еще рано. По-моему, после 60-х будут. Да, пока еще нет ятралок. Дум! Думит деда! Используется БКП Думом! Деда сейчас не будет! Замедляет, убивает, выбивает Аегу. Минус бабка. Бабка умирает. Продолжает, еще продолжает. Дом есть, вешается дуэль. Минус дед. Минус ПЛ, ПЛ остался один. Замедляет станом, ловит ПЛ, минус ПЛ. Ой, какой блестящий файт ставится дом. Прожимается Шива. Выкупается ПЛ. У тебя ДБ только один выкуп имеет. Сейчас ее заберут. Да, минус Дум. Даунбрейкер, минус, это 30к, минус это, выкупается. Все, двое осталось, ломает сторону, ломает, все можно до конца. Но решают отойти. Правильно делают, потому что все-таки сейчас им надо айтемы выбить. И голая стоит, практически голый фронт. Тут для них как-то пытаться дефать. Да посмотри, какой большой лишак, у него 44 тысячи на творца. Я не... этот... Файт просто камбэкаются, идут пятые тир шмотки. Хотят правильно делать, что-то шли подфармить. Центральную башню сил тьмы атакуют. Центральная башня сил тьмы разрушена. А тут хотят идти сразу! Т4! Глиф! Стану вышрак ПЛ, минус ПЛ! И остается одна ДБ! Все, это ГГ! Да, Т4 падает! Голый трон, все, дефать некому! ДБ не сможет это сделать! ВКБ? О, ГГ, какая камбэчная катка!
вот... и хорошо реализовал себя Сларк в этом бою. Как он показал себя? Какая хорошая комбычная, тут прям голый трон, Т4 голая, почти отдали игру. Но блестяще реализованный камбэк, блестящие драки, очень все хорошо получалось у команды ITB. Я не знаю, что пошло не так у Ави. У вас был большой ПЛ, большой снайпер. Папка заливала ут вовремя. Ставка была только на ПЛ, что он делает, что ПЛ очень сильно. И как